ногти маленьких размеров, контуры ровные, четкие и точно. Он овальной формы, как линза, контуры ровные, четкие, содержимое народное, анагогенное. Чайшие сосуды, энергетический доплер, и это чудеса. Поэтому в автоматическом режиме мы можем определить скорость движения крови в общей сонной артерии, где она видна на экране. Имеются участки визуализации, которые доступны визуализации, являются маркерами, что же дальше с сосудом имеется, какое продолжение сосуда. Потому что, поймите правильно, если мы возьмем простой пример, если дверь завалена, то вы в комнату не войдете, это же магистральный сосуд. Он говорит о том, что он открыт и идет по кровообращению. Понимаете? Сделайте, пожалуйста, глубокий.